Друзья, день добрый. Видео посвящено подарку, который делает каждый раз правительство Канады всем водителям на день рождения. Оно их делает так, что водитель попадает на деньги. Я серьезно. Нужно заказывать раз в год. Стоит такое удовольствие $120. Ну, по крайней мере, в провинции Онтарио. Вот такой вот стикер. Он приходит по почте. Заплатил в интернете. Пришел по почте. И что нужно сделать? Первое, вот мои документы. Ну, я не буду их показывать. Обратную сторону. Это мой техпаспорт. Кстати, он бумажный. И, если я не ошибаюсь, оно делается как-то... Сейчас. О. Вот так вот. Все. Это на техпаспорт. Вот оно, вот так вот. Переклеивается. Вот он, техпаспорт. Не показываю. А, мало ли что. И вторая наклейка. Вот она вместе с водительским удостоверением хранится. И страховка. Вот страховка. Вот техпаспорт на машину. И вот водительское удостоверение. То есть одну наклейку мы клеим, ну, я так понимаю, на техпаспорт. Вторую наклейку, я вам сейчас покажу, мы клеим в очень интересное место. Это сзади, а вы думаете, легко одной рукой? А, есть. Одной рукой и снимать, и отдирать наклейку. Не, нелегко. Есть. Вот, и клеится она у нас, видите, вот мой номер. И вот... Было джун 21 и стало джун 22. Как-то я вот неудачно поклеил. Ладно. Будем считать, что это было удачно. Сейчас. Футболка, чтобы точно залезла. Все. Теперь у нас джун 22. Они каждый раз разных цветов, чтобы полиция могла их определять. Все, техпаспорт наклеили. На всякий случай, я не знаю, это видно, если будет, например, замена техпаспорта, человек поменяет что-то еще, чтобы можно было сделать еще одну наклеечку. Вот такой вот раз в год, $120 такое стоит, обязательно клеится сзади на номер и обязательно клеится в техпаспорт. Техпаспорт меняется при смене адреса. Подошел и за бесплатно, за 10 минут тебе сразу распечатали новый техпаспорт, и следующий техпаспорт тебе пришел по почте. А, нет, вру. Сразу на месте распечатали и все. Старый забрали или ты можешь. Ну, короче, недействительный. А водительское удостоверение приходит по почте. Все, вот так вот как бы все просто, из нюансов. Все, всем спасибо, все, хорошего дня, пока.